Привет всем! Сегодня у нас будет опять самоделка. Самоделка своими руками. Мы сделаем, попытаемся такую оснастку, которая называется джиг-риг. И сделаем мы ее для нашего мармышинга. У нас будет нано-джиг-риг. Когда рыбачили вот на такую вот разнесенную оснастку, вот здесь грузик грамм и крючочек, поняли, что достаточно тяжелая эта оснастка для нано-спиннинга. И нужно, конечно же, уменьшать размер грузика и делать что-то концептуально другое. Поэтому у нас будут опять наши самые простые грузики. Вот они тут 0,2 грамм, 0,3, 0,4. Нам понадобится вот такое маленькое колечко и крючочек. И сейчас мы попробуем сделать весь процесс. Итак, что нам понадобится? Мы возьмем, например, 0,5 грамма. Возьмем грузик размером 0,5 грамма. Делаю я это все впервые. Не уверен, что это все, конечно, получится. Но если получится, надо это, во-первых, все проверить на рыбалке. Если получится, это будет, конечно, здорово. Так, нам нужно надеть наш крючочек на вот этот вот маленькое заводное колечко, это называется. Сейчас мы этим и займемся. Оно настолько маленькое, что я прямо сам ничего практически в нем уже не вижу. Так, наш крючочек. Так, сейчас мы его попробуем. Не попробуем. Так, просто с первого раза, конечно же, никогда ничего не получается. Тем более делается все без подготовки. Так сказать, на скорую руку. Опять же, нам нужна снасть, которая может получиться у нас в любом походном условии. Соответственно, за несколько минут. Чтобы мы ее сделали, например, на природе, когда вдруг мы поняли, что нам нужно... Ну, как ключ, получается, надеваешь, да? Да, все равно, что ключ. И это, конечно, с такими размерами. Вот она зашла у нас. Так, сейчас мы ее проклюжим. В идеале, конечно, не такое вот пружинное заводное колечко, а просто вот одинарное бы колечко найти. Оно тогда будет и тоньше, и лучше, но за неимением другого будем. Так, итак, мы это сделали, наше колечко, наш крючочек. И теперь вот с обратной стороны колечка мы посадим нашего, ну, конечно, очень большая получается, но с другой стороны... Посадим нашу вот так вот на клей. Попробуем наш грузик. Для этого что мы делаем? Для этого мы фиксируем колечко, чтобы оно у нас не двигалось. А хотя давайте попробуем, зальем просто клей сам в груз. Так, я вот возьму коробочку, положу в него грузик. Так будет, наверное, что ли, виднее. Так. Заливаем туда наш гель, гель-момент. Заливается он туда, ну вот он как-то туда пошел. И сейчас мы воткнем туда прямо наше колечко. Попробуем. Получится, не получится. Конечно, клей течет дико, но ничего страшного. Так, вот мы его воткнули. Он уже практически вот держится. Нам останется только... О, даже пальцы склеивает. Надо быстро его закрыть, пока он весь не вытек у нас, наш ценный гель. Так, мы его закрыли. И теперь нам останется вот только взять и аккуратненько сжать наш грузик на этом колечке. Вот так. Пускай он сейчас застывает. Вот. Застынет и, собственно говоря... Получается вот такая система. С этой стороны мы на это колечко привяжем потом нашу шнур или леску. Это будет наш грузик, а сюда мы наденем приманку. Вот и все. Сейчас вот можем посмотреть крупно, как это получилось. Тут, конечно, остатки клея, но это все потом сотрется, сделается. Вот получился наш нано-джиг-риг. Что такое обычный джиг-риг? Ну, это практически все рыболовы, я думаю, знают. Кто не знает, мы подвесим фотографию.
или несколько фотографий оснастки, которая называется G-Krig. Вот и все. Сколько заняло у нас времени это? Несколько минут? Ну, я думаю, достаточно быстро, и снасть это считается одной из самых уловистых. Главное тут немного не перебарщивать с клеем, потому что он такой вязкий, такой клейкий. Вот, и можно использовать любые размеры. Вот для сравнения, да, граммовая, то, что у нас была граммовый грузик, он такой тяжеловатый, здесь полграмма, это уже, мне кажется, как раз под нано подойдет. Удачи, спасибо.